Так, сейчас поиграем в Майнкрафт снова же, в режим One and Chamber, где у каждого есть лук, и у каждого есть одна стрела. Если ты промазал, ты теряешь стрелу, и у тебя остается только деревянный меч. Если ты попал, твоя стрела возобновляется, и ты можешь, ну, еще кого-то пальнуть. И игроки валятся с одной стрелы. А мы начинаем. 3, 2, 1. Итак, валим. Ё-моё, сколько игроков. Не нравится мне моя позиция. Ну что поделать. Чувак! Я не попал, чувак. Чувак, умри. Умри, 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 умри. Умри, чувак, умри. Просто умри. Блин, меня попали луком. Так, продолжаем. Ага, здесь никого нет. Да ты зря, чувак. Отлично, попал. Ты не попадешь, чувак. Я же говорил. Двое. Возрождаемся быстренько. Итак, продолжаем. Да умрите кто-нибудь. А, не попал снова. Какой же я косой, а? Ох ты. Ты что стоишь? Любуешься? Ты должен умереть. А, я же попал в него стрелой. Да, попал. А! Умри, умри, умри. Есть, убил. Валим, валим, валим отсюда. Так, у меня 7 убитых уже. Куда бежать? Вижу чувака. Чувак, лови. А! Нет, я к тебе не побегу больше. Нет. У меня мало жизни. О, я убил. А, черт. Так, продолжаем. Кого-то вижу. О, как я так мог тупануть, а? Че, ты всех бьешь? И ты че всех бьешь? Ты тоже умри. А ты? Так, вот это было плохо дело. Ай-яй-яй-яй-яй. У него оказалось две стрелы. А, нет, он же меня убил, и у него появилась еще одна стрела. Так, чувак. Да что ж так я косой сегодня, а? А, как не повезло. Это, наверное, моя последняя жизнь. Да, одна жизнь у меня осталась. А теперь валим его, валим, просто валим в мясо. Валим, валим, готов. Кто там в меня стрелял, а? Ну ты вообще зря здесь вылез, чувак. Лучше не вылезай, ни хрена из своей бассейна. Лучше не надо, чувак. Я предупреждал просто. Вот предупреждал и все. Так, у нас 11 убитых. Это плохо. Это плохо. У меня одна жизнь. И за мной бежит какая-то баба. Которая быстрее меня. Ну ладно, вполне неплохо. А я думаю, сыграет еще один раунд. Начинаем. Так, у меня более-менее позиция. Прячусь пока что. Так, ко мне зайти никак нельзя. Отлично, или это двери? Потихонечку на шахте. Потихонечку. Так. Опять эта же карта. Есть! Это моя комната, чуваки. Нечего в нее ходить. Да, это было зря. Ой-ой-ой! Не доставай лук, не доставай лук. Спасибо. Зачем же ты тут возродился-то, а? Так, у нас 3 убийства уже. Да, вот это я пикнул. Тупая обезьяна, а? Ой-ой-ой. Как плохо я здесь появился-то. Умри. Опять это тупая обезьяна. Не надо за мной бегать, тупая обезьяна. Получил тупая обезьяна. Так.
нас. Что это за Аллах Акбар вообще, а? О, его убили. Да что ж вас всех убивает? Чувак, ладно, ты меня убьешь, я понимаю. Мы застряли друг в дружке, что-то непонятно, запутались. Так. А, кого еще убить? Никого убивать. Не надо меня целиться. Без стука. Словил там кто-то. И ты словишь. Ах, ты опять обезьян тупая. Ты что, намеков не понимаешь, что ли? Мне еще стоп нужно. Уходи сюда быстро. Ну-ка умри. А, это он его убил. Это Чурбан его убил. Так, продолжаем, забираемся. Никого. Давай. Зашел. Так. О, тортики. Постелся так. Блин. Эй, чувак! Откуда ты что тут взялся? Еще и с луком. Ассасин, что ли? Ах ты! Ну-ка слез сюда. Ну тут без шансов у меня было. Сколько у меня одна жизнь осталась, надо осторожно. Ух ты, тут на дерево можно стрелять? Я думал, тут как с вышки можно стрелять. Блин, я тут потерял. Три игрока осталось. Опять этот снайпер, ну это вообще, он жестокий, да. Итак, третий раунд. Мы продолжаем. Надеюсь, вот сейчас повезет, потому что раз я что-то вообще слился. О боже, ну как-то. Я еще и в центре, зашибись. Вот мне повезло. Вали, чувак, вали. Там все равно падение нет. Умри. Где лошара? Умри. Молодец. Валим. Там никого нет. Снизу тут есть. Окей. Чувак промазал. Готов. Да что ж тут не везет, а? Чувак снова там. Ааа! Он попал в меня. Стрела его мимо пролетела, но он потом попал в меня. А сейчас будет принести. Че, второй раз сразимся на мечах? Давай. Есть, готов. Так, больше ты не возродился тут? Зря ты так делаешь, зря. А, у меня мало жизни было. Почему-то. Мне какая-то зеленая какашка убила. Так, у нас 4 убийства. Бегает зеленая какашка. Я в этого промахнулся. Это еще и с луком, а, это его друг, типа, вообще. Куда? Чувак, куда побежал, а? Ты же аж пострелишь все равно. Лучше бы ты сражался. Вот зачем ты побежал? Зачем? Ой-ой-ой. Фух. Чуваки меня спасли. Ой-ой-ой. Да как же ты меня догнал-то, а? Вы еще в тиме, что ли, ё-моё? Лагованное говно. Снайперский выстрел. Да, конечно. Чё-то крутой дух. Бит. Ударом в голову. Так, еще три жизни. Он меня попал. Но я не сдох. Это что сейчас было? Я удар слабый был. Вот это страшный ниндзя был такой.
Ну и где все? Там эта голубая жижа еще бегает. Блин, вот я ненавижу такой конец. Лучше до последнего дрались, я не знаю. Ну и с вами был Ямстер. Ставьте лайк, подписывайтесь. Ждите продолжений во второй части One Chamber. Ого.